Красноярске стартовал второй этап профессионального тура по дзюдо. 216 спортсменов из России, Беларуси, Монголии и Узбекистана разыгрывают медали на турнире памяти Владимира Гулидова. В первый день на татами вышли мужчины, выступающие в категории до 60 килограммов, а также женщины в весе до 48. Чемпионка страны 2021 года Алина Сергеева взяла бронзовую медаль. В полуфинале тюменка уступила Кристине Булгаковой из Ставропольского края. В схватке за бронзу она оформила досрочную победу над Камилой Папашевой из Алтая броском на япон. В Санкт-Петербурге завершились традиционные всероссийские соревнования по дзюдо на призы вооруженных сил РФ среди мужчин и женщин памяти Ярослава Кирода. Сборную Тюменской области представили 7 воспитанников местного центра олимпийской подготовки. Софья Карнышева стала единственной медалисткой турнира. Она выиграла серебряную медаль в весе до 48 килограммов. В финале тюменка уступила Лилиане Салмьяновой из Санкт-Петербурга.